Доброго вам времени суток. Это у нас цена на газ. Газпромовская, что ли, заправка. А, сеть АЗС Опти. А на заднем плане у нас электродный завод. Делали электроды, еще различные вещи. И вот интересная машинка стоит. Кстати, надо подойти. ЗИЛ-100. 30-й. Ну и вот на заднем плане у нас бывший электродный завод. Надо будет покопаться в плейлистах, посмотреть. Вот сейчас мы находимся на электродном проезде. Здесь различное количество сдается помещений под аренду. Ну и вот что связано там с приставочками, всеми DS, DS, 3D, DS, 3DS, просто DS. И пока я сюда шел, там забирая одну игрушку, скажем так, культовую, обратил внимание, вот там впереди дом. Он, в принципе, сейчас полностью разобран. Вот мы к нему подошли поближе. Сейчас посмотрим в окна. Тоже, скорее всего, это все относилось к электродному заводу. Такой вот. Там, видите. Ну, оптимизация, все дела. Как бы вот. Скоро, наверное, что-то либо откроется, либо снесется. Когда-то пирожки продавали. Фирмы какие-то были. Что-то, мне кажется, под снос. Аптека, аптека, аптека. Ну, я думаю... Да, аптека тоже уже все. Аптечный пункт закончился. Жалко, к сожалению, нету никаких упоминаний. Вот аренда, медсправки, водительские медкомиссии. Да, тут все прекратило свое существование. Сегодня у нас, кстати, последний день выборов. В Государственную Думу 19 сентября 2021 года. Кстати, из этого здания кто-то выходит. Так, туда. Тут здесь находится какая-то развлекательная, видимо. Для самокатов или для великов. Рампы, наверное. Да, точно, вон рампы. Рампы хаус.
для экстремалов. Для экстремалов, а здесь вот осторожно падает штукатурка. Такие остатки, да? То есть, понятно. Ну так, вкратце посмотрели, что там может находиться. Там все, что ли? Тоже здесь тоже. Например, когда был год назад, здесь были здесь был ремонт, вот в здании, которое справа от меня. Там сейчас звуки. Это на рампе кто-то катается. А здесь я, по-моему, то ли обходил, а нет, обойти здесь, по-моему, невозможно. Я сюда подходил, насколько я помню. Ну и на этом все заканчивалось. Не знаю, что здесь сейчас находится. Сейчас опять какая-нибудь охрана примет. А, там так. Ну, классика, да, то есть мы видим по архитектуре АЗЛК, да, старая территория, если бы не была так сильно разграблена, то она бы выглядела более...